Йоу, внезапное видео. Досад вчера приехал на район, неожиданно говорит, я тут персону играю, персону. Я говорю, а Horizon не хочешь взять случайно? И он такой, не, не буду брать. И потом я ждал, что он придет, такой в Скайриме там уже там этот прокачиваю себе смитинг там. Потом он звонит, типа, я уже скоро уезжаю, ты собираешься приходить? А, и он, оказывается, хотел, чтобы я зашел, и он привез Horizon, такой показывает видосик. Типа, ну вот я сейчас тут приложу, как он показывает игру. Короче, он привез Horizon Zero Dawn, и я взял с собой телефон и записал первую реакцию свою на эту игру, потому что я в нее очень давно хотел поиграть, именно ждал, когда она выйдет, но она только на PlayStation есть. И он как раз себе вот, ему она в комплекте вместе с PlayStation была. И вот, в общем, это видео, это моя такая себе запись реакции на нее, потому что я там не сказал об этом, надо вступление записать, окей. Я тут монтирую просто вот это все, вот эта громкость, просто маты досатовы надо вот так вот автоматизацией запикивать, понимаешь? Когда вот каждый раз, когда он что-то не то говорит, мне надо вот так вот создавать одну вот эту вот палочку, вот так вот нажимать, потом вот так вот и смещать, и чтоб слово ж вот так вот было. И вот это я уже часа три вот это вот вожусь с ним, вот это хоть оно и 40 минут. Ох уж это досада. Все, пацаны, я персон. Это не 15, это уже 19. 15. В 15 там персона 3 только вышла еще. Нет. Вау, графа нормальная, она четкая? Четкая. Блин, у тебя же раньше тут компьютер стоял, ты знаешь об этом? Трансформатор ты имеешь? Ну, Мне, кстати, тоже такое у тебя. Так, это я забираю. А новая игра там, наверное, катсцены на 10 минут, да, вот это все? Да, да, это ужасно, не надо. Ну да. Вообще она... Ну ты вот вышел, начали? Типа, все. Да, 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 я уже прошел, типа, все обучение. Так, и все, дальше не играл. Класс, вот все, вот впервые, первое, типа, первый запуск, считай. Ну, конечно, не первый. Вау. Так вот, досада, значит, если я купил PlayStation. За досад отдал кредит за PlayStation. А, сегодня, кстати, вчера. Смог. Отдал кредит. А что ты говоришь, что остались? Что меньше? А, ты переплатил? Переплатил, да. Я переплатил, и я посмотрел по счету, у меня остались лишние деньги, я купил персону. Ага, ну цифровую только. А что так? Вот это все время грузится долго? Да, да, долго-долго грузится. Она очень долго грузится, я не знаю. Ну, во-первых, потому что слимка, а не прошка. Ну, именно эта игра или все? Все, все, все. Все. Ну да, может... Вот у меня лагает это опять с прошлой консоли. Там когда, ну, она же с третьей плойки. Старый вообще. И типа, если в городе слишком большой трафик и что-то происходит, то может подфризывать. Это единственная, кстати, игра, которая фризит, но класс. Этого факта мне достаточно. Так, о, вау, быстро камера вращается. О, тут даже motion blur. Так, это ковро. Сейчас, значит, сюда мы не проходим. Я хочу, так, тут какой-нибудь Blacksmith. Тупо Skyrim! Я просто только что был в Маркарте, вот этом городе, он точно так же выглядит. Так. Это там эдворфийские. Да, да, вэмеры всякие. Так. Я, кстати, не знаю, куда идти. Посмотрите, место на скул. Выход тут как бы один. Выход есть у нас один. Гайда, пытый керосин. Да, я хочу... Тут же фриплей, я хочу вот, выйти. Вот, я не... Я про него 20 обзоров смотрел. О, кстати, тут бесшовно выход такой. Вот, все, вот можно идти себе. Так, тут лазить. Вау. Она вроде скатываться умеет, да? Нет? А, нет, трясется с джойстик. А, вибрирует? Крис, поздно. Так, это значит хелперы. О, это что? Ага. И что, я могу типа ее атаковать? Я не знаю. А, это сник? Так, интересно, смотри. Ну, я знаю, что целиться и стрелять — это курки. Да-да, вот я прицелился. А, и стрелять не, тоже. Не-не, курки. А, вот эти триггеры. Нижние, ага, нижние. Ой, я за них не... Но только не в режиме исследования. Вау, да. Вау, лук так быстро достается. Прикольно. А стрелочки это, по-моему... А, нет, это не... О, прыжок. А, это, вот это прыжок, а вот это ковырок. О, я думал, тут прыжка нету отдельного. Вау. Офигенно, блин. Что мне нравится? Графика? Да такое. Да блин. Старовато. Саня, ты на моем экране не играл в Skyrim с минимальными настройками. Ты посмотри, сколько тут травы. Ты шо? Кайфозно. А есть, интересно, от первого лица вид? О, так, это инвентарь всякий. Блин, а мы ж можем капчурить видео. А, у тебя есть? Ну, вроде ж внутри там можно, там не надо покупать. А куда оно его? Так, так, сейчас там это. Мне кажется, для этого нужно хранилище на плюсе, или может оно на сам диск зайдет. А ну дай. Не, не на диск, ну, скорее всего, ну, а, на жесткий диск PlayStation, в смысле? Так, как это делается? Home. Так. И потом... Нет? Не, в Home выйди, а там настройки посмотри. Не, вот, вот, Share. Share? Не, Share это... О, share. Видеозапись, не, что там? Видеоклип. Рано показать игру, начать SharePlay. Снимок экрана. А, ну снимок это... Видеоклип. Вот, да.
Сохраните вашу игру как видеоклип, опубликуйте ее в социальных сетях. Система PS4 постоянно ведет видеозапись вашей игры. Нажав кнопку Share, можно сохранить игру видеоклип с некой экрана. Double Share. О, снимаю. Вау, ага. Так, вот это типа... Я, конечно, не знаю, куда оно денет. О, все, так, начинается. Так, сейчас какая стреляет? А, это бить. О, ну вот сейчас, значит, буду бить. Но тут я... Да ладно. Просто ваншотнул. Так, подожди, а как кувыркаться? Ага. Я вот всегда хотел именно тупо покувыркаться. Если я не ошибаюсь, то если ты нажмешь по центру правой сиськи... Ну вот, да, чтобы целиться или нет? Нет. Это правую сиську ты нажал? Да. Да, я не знаю как. Ну тут должно быть автотаргетирование, наверное. А, за таргетинг. Ну да, ну и враг просто далеко сейчас. Вау, это удобно. Так, а если еще и с вот этим? Вау. Там на дыхание задел. Да-да-да, ну этот, как с Кэдими. Талант. Что этот, Айкос. Айкос, да. Айкос просто пришел. А, тут тогл этого. О, а что вот это за херня лежат? Собирать, ну, всякие травки. Да, ну, а как это? Корень женьшеня. А, ну да, тут, кстати, много. Я на самом деле реально вот все, что я хотел в этой игре сделать, я уже сделал. Просто вот так вот тупо побегать, вот так по полям, покувыркаться, знаешь, вот так вот. То есть чисто вот, ну, фриплей оценить. Ну, понятно, его тут не так, как в Скайриме, то есть более ограничено. О, сейчас надо порыться в нем. Рыскать осколки. Взять все. А из них, значит, готовится что-то, это так. Это L, вот это, да? Через меню. Это quick, это так, а меню, я так понимаю, вот это старт? Не, это карта. Да, да. Прикольно. И там R1, L1 это вкладки. Ага, а вон карта изготовления, предмет модификации, ловушки, зелья, вместимость. Так, а у нее, ну, у нее какое-то оружие же есть? Я что-то покупал. Предметы, о, оружие, так. X, ага. Вау. Блин, прикольно, прикинь, вот так вот играть в такое. Сейчас же я типа, знаешь, как компьютерный клуб, пришел на 10 минут такое. А вот именно рыться, разбираться. Вау, день, стрюк, темно тут. Так, а можно, интересно, вот именно, типа, медленно ходить вот так вот, знаешь? Да. Класс. Вау. Я просто, у меня джойстики ключные, у меня этот хэвит. А что с твоим, кстати, случилось с вот этим? Просто хэвит? Сломался. Его ну, вообще... не захотел видеть, он у меня сначала мышку подключал. Джойстик, это типа мышку, ну, воспринимал его как мышку. Да, воспринимал как мышку, а потом просто сломался. Жалко, потому что мой галим... О, а что это? Нет свободного места. А, все. Это камни, это ж приманка, типа, бросать камень. О, это сохранение, наверное. Да, по-моему, да. Да ладно, реально, типа, возле костру. Икс. Блин, непривычно, на самом деле, что иксом я обычно этим, цешкой. О, все, да? Быстрое сохранение. Ага, вот, быстрое сохранение. Все, да? Так. Хочу поубивать волка. Так, а ну. Хомоном рувелью. Звук тут, главное. Кайфово. Вау, блин. В GTA, когда по телефону говоришь, у тебя все телефонные разговоры из джойстика. И вибрируют. А, и звук, голос даже отсюда. Да. Что там? Получите предмет. Так. Тащи. По индюку. Тащи. Сочное мясо. То, что мне надо. Так, что это? Получен предмет. Сочный древесник. Так, как понятно, собирать вещи это неинтересно. Я хочу залезть на херню на вот тут. О, воу, динозавр? Ну да, ну нет, ну знаю, башня. Я не знаю, где ближайший, где, ну, башня, динозавр. Так, а ну карта. Он выглядит... Ну вот это... Вот он, вон он, лось такой, вот это нам. Меньше меня. По-моему, или нет? Не-не, оно как робот, ну, должно, да, вот это, а, торговец, трофей. По-моему, вот это между, вот это? Не, левее, вот это оно было. Вот это? Правее. Это обычный. Правее. Так это лось. Вот а, зона, да-да-да. Жвачников. Жвачник. Я ж слепой у нас, ты ж сам понимаешь. Да я сам нихуя не вижу. Так, ну значит это вот там вот. Надо туда и бежать. Чисто вот, чтобы, знаешь, чтобы посмотреть, возможно ли это сделать. Я именно испытываю эту игру. А, например. Вот оно, зеленое отображается. Вон у тебя сверху зеленый динозавр. А, да, вижу, да. Это борода, точно. Так. Ой, кто-то тут уже это что-то. Дабл тап, по-моему. Не могу, забыл, чем прицелиться. Вот это бежать. Прицелиться к курки. А, не, бежать это не так. Это, наверное, сейчас, подожди. Ну так, типа, быстро. Не, мне кажется, вот ты бежишь и нажимаешь вот так вот по центру. О, там еще есть эти, ого, я не знал. А, подожди, не, ну не. Ты бежишь?
И вжимаешь? И сжимаешь ее. А, вот так. Ого, я так никогда не пробовал. Так, сейчас, подожди. Это река. Мне не туда, мне немного... Вот туда, да, то есть сейчас. Ну тут. Ага. Ну да, да. Такая река тут не там, она тут немного... Ну, вон внизу, в самом. То дорога желтым отображается, я думал, то река. А что контрастность реально такая высокая? Это на телевизоре, мне кажется. Телек, да. Потому что игра должна быть более такой, знаешь, щадящей. Воу, так вот. Ежу, когда поярче. Да, ну, то есть, чтобы черное не было слишком черным. Удобно играть. Ты мне меня не мешаешь. Яркость, наверное. А как там? Там вон же только что можно было. Режим изображения. Только что были яркости всякие. Не. Нормально. Ну, я так, у меня экран так. Он стандартный. Не, там где вручную каждый параметр. Яркость чуть-чуть добавить. Ломается она? На, кстати, похоже. Зайди еще раз, яркость чуть-чуть добавь. Там можно. А тут, кстати, нет разъема для Сеги случайно. Ну, знаешь, ну мало ли. Нет. Нормально, плюс очевидно. Есть какой-то переходник, я не знаю, дома нет. Вау, она прям ныряет и задыхается при этом. Так, прыгай уже. О, можно, вау. Так, а тут нет типа как действия, в смысле схватиться за, ну, лазить, как в этом, Breath of the Wild. Да нет, хорошо, нет. Так, ведь она практически никакого отношения не имеет к Breath of the Wild. Ну, вообще-то, actually... Так, вот тут сейчас, и так, и Assassin's Creed пошел. Окей. Цепляется неудобно висеть. А, я говорил на своем стриме, который ты не смотрел, знаешь, пассивно-агрессивно. Что, короче, Skyrim это реально самая новая игра из всех, что я играл. Ну, инди всякие, но это не считается. О, вот. Я просто всю жизнь мечтал под ним вот так вот. Ну, забежать, собственно, так. На крыше надо попытаться, но на крыше еще попробуй залезть. Да. Так, как тут, типа, вот от первого лица... О, вот, нормально. Длинношеи машина, радар. Спасибо. Блин, русский язык. R1. Отобразить путь. Ну, типа, она тречит, типа, как ходит. Это же по земле, вот, типа, она тречит. А, вон, ага. Ну, а куда на дальше... На дом залезть. Куда дальше будет идти, показывает, интересно? Ну да, ты не нажал просто, но не выбрал. Он просто круг, она очерчивает. Это значит, можно предвидеть и залезть, собственно, сначала на крышу. Типа, брутфорсом нельзя никого убрать, потому что залез хоть куда-то, так, теперь. Блин, непривычно, на самом деле, кнопки, я пытаюсь все время кувыркаться, забываю, где, ага, вот. Я же на джойстике в трехмерной вообще ни во что не играл. О, херня. Ну, все. Я думаю, он жестче всех, ты заметил? Ты его со стелса выебал, походу. Возможно, нет, но я не был присевшим. А нет, тут со спины главное зайти. Металлические осколки, провод. О, берем. Кайфозно, но как будто чуть-чуть размыто так, это прыжок, ага. Сама игра, хотя если так присмотреться, то нет, трава четкая. Это motion blur, вот это, особенно, видишь, фон дальний такой стрелок. Я не знаю, кстати, можно его выключить или нет, наверное, нельзя. В самой этой, наверное, ж... Ну и на главном меню не обязательно. Почему-то разрешили выключать на приставке. Да, обычно же оно все так фиксировано. Подожди, комплюктер. Комплюктер. Так, вставай. Ты свою сборку настроек ставит и ебить как хочешь. Ну, видимо, она слева был прям. Там тебе динозавр в руку есть. А, вот этот, ага. Ну все. Блин, я не успел. Я забыл, какая кнопка прыгает. Еще упади. Упал. Упал. Сейчас как тащит. Хорошо, третесь. Ничего, все классно. Что-то мне уже не хочется играть в эту игру. Знаешь. Первый же бой сдох. Ой, упал, что? Упала. Так, ну шо. Ребятишки. Все? Это не слабенький. Классная игра, буду играть бесконечно. Только что сказал, что... Так, а сколько там вес отображается на предметы? Нет, там вроде не вес, там вроде слоты. Слоты, а. Вот, ресурс 20 из 20. Пошел. Больше нельзя. Так, пока значит, что? Guardian пока не бегает, ну, значит, еще раз залазим. Тут вот что я хочу научиться, это смотреть перед собой, но это включает радар. А если вот чисто вот, типа, зафиксироваться на враге, может так? А, вот так, собственно, можно. Просто прицель, как фиксировать камеру. О, факт, сильный удар. Как фиксировать камеру, я вообще не... Так, а ну, я попробую пострелять. Тут, есть, вау, какой поздно. Последняя стрела. А я такой думаю, вот тут, наверное, бесконечные патроны. Нет, тут их крафтить надо. О,
Как это кайфово, так, он... Блин. Очень... Next gen. Да-да. Просто в текстурку. Так поголиво мыши. Даже не дернулась. Не, ну тут типа понял, тут уж как бы стена. Так травинка дернуться не могла, а не быть просто... И что захотел? Накладкой. Поразовело так все, что солнце? Не, ну это я... А, вообще да, вечер. Так, блин, это не то, что я хочу. Так, надо нажать. Как упал. А где то здоровье? Вот сверху, он слева. Слева. Блин. Так, ну короче, хорошо, все, я Гардиана нашел, хороший, красивый, я домой. Во, вот почему порозовело. Видал небо какое? Или это меня бьют динозавры? Это небо еще не видно. Джойстик, просто я не привык, это, ну, как бы, знаешь, у меня сильно резко сразу. Ну, да, попробовал поиграть в шутеры, я пробовал, нет. А, думаю, у тебя нету, я нет, не помню. Нет, это сильно дорого. А именно управление, как думаешь, удобное? Там, нет, там вроде ужасно. Как какой-то... Ну, у меня Destiny была, но ничем хорошего это не закончилось. Mm-hmm. Это, короче, мой уровень, дюков крошить. Вау, так, вот, да, кстати... У меня ни одного шутера нет. А, у меня Borderlands был второй, но у меня подписка закончилась. Надо подписку купить, чтобы играть дальше. Кайфотно. Это там вот оно на входе говорит, что а все? Ну, типа, бесплатно каждый месяц дают две игры Borderlands. Не, ну я имею в виду, они у тебя установлены, но подписка... Ну, просто, да, надо купить подписку, и тогда можно будет играть. Ну, мне впадло, потому что месяц плохой. Да и Borderlands, как бы, это вот эти новые, которые с новыми персонажами всякими? Не, не трешка, двушка. Так, какие еще кнопки есть? Чтобы... О, вот это мощный удар, это не мощный третий удар. Третий Borderlands это не новые персонажи, а все персонажи женщины, если ты не знал. Не, я не знал. Теперь знаешь. Я, по-моему, про него обзор какой-то смотрел, там, где что, типа, все еще много лута лишнего, там, о, прикольно, тут в окно выпрыгнуть. Оно вообще ничем не отличается от других Borderlands, я не понимаю, зачем о ней вообще говорить. Типа, та же самая игра. Так, да, я сейчас пролезу, смотри. Next Gen пошел. Next Gen пришел. Именно к Сане, к чьим гости. Так, встань! Алой, такая молодец. Вот чего она не может это, ну, зацепиться за край? Тут только вот в определенном месте, в одном, на всю игру можно, наверное, зацепиться. Ну, что-то оно, да, деревянненькое, чуть-чуть. Да, не чуть-чуть. Немножко. Чуть-чуть деревянное. Да, блин, вот это, да. О. Так устал. Так, музыка есть? Тут тихо так. На самом деле кайфозная. Просто я не привык без наушников играть. Вода очищает и бодрит. Такой голос недовольный. Я бодрит. Так, надо... Да, надо оно смотри, вот, чтобы она... Вот, это она не моется, наоборот, отряхивается. Ага. Прикольно. Блин, очень четко, деталей много. Я вообще не могу поверить, что так много травы не затормаживает комп. Но это не комп. Ну это не комп. Класс. Саня, спасибо, что дал мне поиграть в Horizon. Я всегда хотел поиграть в Horizon. И он только на PlayStation. Это эксклюзив реально. Это единственная игра, в которую, ну, я хотел поиграть на PlayStation. И вот благородный досад, молодец. Очень много игр хороших на PlayStation. Ну они не все эксклюзивные, скажем. Ну как? Ну ладно, да. Ну, какие вот реально такие, что совсем эксклюзивы? God of War, эксклюзивы Horizon, эксклюзивы Last of Us, эксклюзивы Detroit был, эксклюзивом уже нет, эксклюзивы это Человек-паук. А, точно, Spider-Man. А, он у тебя есть, кстати. Да, но я диск не брал. Я ебал, такой мокрый походит, тащить, потому что он не мой. Мой диск я взял, чужие я боюсь. Так, ты взял поиграть именно диск? Ну, да, ну мне скивок уже ждал. Просто, блин, так, кто там? Где тут Z-таргетинг? Как его врага? Вот я не знаю, как тут таргетинг, не помню никак. Да, мимо. Такое, конечно, вот этот триггером бить, мне больше кнопки, кажется, было бы удобно. Кто? Собака. А. Вверх нажми, чтобы хилиться, а то сейчас сдохнешь. Опять на вверх? Вот так? Тут стрелки же, это другое, это не ходьба. О, это смена предметов там. А, вот, это аптечка. Вот, есть. Только надо вниз нажать. Почему? Ну, вверх это хилки, которые ты траву собираешь, а вниз это банки с хилками.
Типа травы можно сколько угодно набрать, хилячи, а банок у тебя лимитированное количество, которое восполняется. И была ли выбрана трава до этого? Видеоклип сохранен, кстати. А, блин. Мы закончили снимать, да? Она все это время снимала, я не нажимал. Ну ладно. Ну если что, как-то мне передай, хотя я не представляю, как. Может, я могу тебе как-то его расширить лично? Ну, у меня же PlayStation аккаунт должен быть какой-то. Нет, сказали в соцсети. Может, я в соцсети могу тебе его расширить? Ну да. Какие? Твиттер, ты, наверное, должен будешь зарегистрироваться еще, я не знаю. Но попытайся. Ты должен зарегистрироваться, у тебя нет соцсети. Ты у меня есть, почти, так. Абсосок! Ты лучше в YouTube загрузи и скинь. Не. Не. Ну тогда такое качество будет, как у меня на телефоне. Ну нормально, нормально. Мне привыкшие. Мои фанаты. Да, другого не знаю. Да, анимешник кто-то один. Даже я не знаю, кого. Ну, то, что ты мне скин присылал. Скрин присылал. А, это вот этот. Скрин. Скин. Скрин. У него новый скин. Так, тут бегать вот так. О, кайфон. Скрин. Да, это... Ты бы на динозавра залез бы. Вот тут вроде пришел. Можно, да, ну, так. А тут нету, это типа инвентарь. А вот типа отзумить камеру вот прям далеко, так это призумить. А вот этот, это бег. Этот, значит, инвентарь. Ага, левая это, ага, прицелиться, это сильный удар. Вот это слабый удар. Так вот, что мне нравится в этой игре, это вот, собственно, вот я только когда трейлер увидел, что вот сама идея, типа, настолько далекое будущее, что, типа, вот уже даже вот роботы это как прошлое считается, а люди уже такие опять дикими стали. Это вот тот сеттинг, который мне всегда был как бы вот близок. Я когда-то даже книги писал. Это начало такое душное было. Мы изгои, мы ни с кем не можем говорить, не говори с этим мальчиком. А потом... Поворот сюжетный, вот и взрослая теперь со всеми говорит, ты сидишь, блядь, заткнись, нахуй. Так, она, похоже, сама, зетаргетинг делает на них. Ну, что... типа, да. Да, а, не, вот она в него прицелилась. Не, если, да, ты выбираешь дирекшн, я думаю, она дэшится непосредственно на баба, но с атаки имеется в виду. Сокращает дистанцию. Может. Пластика, на. Next gen! Через всю хату стены пробил. Да, экран вылился, цветок упал. Так, а ну, если я в него вот так вот сейчас прицелюсь, и такой, типа... Так, во-первых, я лук ни разу за игру не использовал. У тебя есть стрел, нет. А, точно, я же был. Так, сейчас, не, вот это. Так, ну ладно, короче. И убил. Так оно и было. Я хотел это открыть, типа выбрать другие стрелы. Так, это... Ты скрафти. А, вот. Когда ты выбираешь стрелу и зажимаешь крестик, ты их крафтишь. Так это... Ага. Зажимаешь. А, вон, ага. Обычных на крафте, пожалуйста. А, это огненные, ага. А, вот обычные, да? Да. Так, а ну, у меня хватает? Да. О, круто, тю, вау, так быстро. Ну, в смысле, сразу, без каких-то... Ну, собери все, что сможешь, короче. О. Тупо день внезапно наступил. Быстро тут как-то. Дождь пошел. Вау. Кайфозная это. Что мне нравится, графика? Надо объяснять каждый раз, что я когда-то говорю, это пародия, как бы. Ты даже не знаешь этого прикола. Ты смотрел Final Girls? Нет, что это? Это пародия. Ну как, блядь, пародия. Фильм пародия на пародию пятница 13. Пятница 13. Это там, где Джейсон? Я не смотрел. Я вроде бы да, то. Пятница 13 это ж там, где он людей в лагере убил. Да, по-моему. Да. Угу. Вот такой фильм. А, и она как, ну, типа, то есть... Типа тёлка, тёлкина мама. Как Эбби Нензевуд, то есть самоосознанная, типа. Да, тёлкина мама снималась в хоррорах 80-х, не могла найти себе после этого работу актрисы, потом они попали в автокатастрофу, и мама умерла. И, типа, в её юбилей, там, смерти или что-то такого показывали опять в кинотеатре этот фильм ужасов. И загорелся кинотеатр, им пришлось выходить через экран. Это в фильме сюжет, да, ты расскажешь? Да, в фильме сюжет. Они разрезали экран и зашли в него, и оказались в этом фильме ужасов. Класс. И типа они, ну, и там были челики, вот эти, кстати, лоси нормальные. Это лута. Лута много у них. Если штуки три, они просто, сейчас, кстати, в спину как лось. А, он убежал, просто убежал. Просто лох. А вот динозавр прибежал, значит, я выебал. Он меня не видит. Ой, увидел. Слепо. Ой. Слепо. Я не ту кнопку нажимал все это время. Я действие, я подбирал предмет. Так, камеру на него поверните. Оо, вот это было эпично, как это, как раптор. Так, пора бы
пострелять. Тебя ваншотнет, нахуй. Так, осталось теперь вспомнить, какой кнопкой. Так. Удобно, да? Чувствуешь, блядь, как удобно? Геймплей. Ой, удобно как. Так, хилку мне, травы боишь. Так, все, короче, ваншотнуть ему. Пора. А пострелять-то лучше, наверное, было? Ой, какая стрельба моментальная просто. Нет, блядь, не лучше. Пострелял. Вообще, так удобно, блядь. На этих приставках стреляют. Да, блин, целиться вообще не очень. Этот, ну, тут как грэплинг хук, по-моему, был. Не, еще нет. А, или да. Я не помню, я купил его или нет. Может, его надо, ну, выбрать, типа. Не, а, это прыжок, нет, блин. Такого оружия нет. У меня есть, который ловушки растягивает на пол. Да, точно, я помню. Еще какая-то хуйня. Ну, короче, странно. Дизайн странный, не знаю. Вроде прикольно, вроде... Неудобно, много сильно всего заметил, ну, в смысле. В смысле? Ну, инвентари, вот эти всякие, куча всяких аптечек непонятных, то есть кнопок, ну, перегружено, да, понял? Не упрощено, не интуитивно. Не, не. А, понятно, ты уже этот сарказм мод. Тебе в Кратоса надо поиграть, я его с собой взял. Ну, Кратос же мужик, а Алой классная. У меня же только один параметр, как бы, если персонаж у меня хороший, я прохожу эту игру. Профеминист? Именно, только поэтому, как естественно. Только женщины имеют право... там... Что-то... Любое. Только женщины имеют любое право. Мужчины не имеют любого права. Ноль права на... Тебя не спрашивали, начнем с того же. Что-то там уже пора уже выключать. Нет, компьютерный клуб, знаете, и сзади стоит очередь. Ну что, быстрее, мне надо доту! Или там, Counter-Strike, меня пацаны ждут. Там, ну, пацаны. Ну мы, короче, когда это. Кто на... вы? Не, на даче. На даче с Климом ходили. Ты на. На даче. Знаешь, там воняет. Там так вот просто нечего делать во всем районе. Ты все в приходят. Костер сходил, а то у тебя не здоровье. В один нет. Компьютерный клуб все приходят. На треугольничку. Мне нравится, как она себя чувствует хорошо такая. Тогда что-то она под взбрюзгла. Взбрюзгла. Я тебе это займу пару слотов. Ты занимай. Так, вот. Неу. Так вот, и там, ну, такой компьютерный клуб. Кстати, легче не стало. По размеру, вообще. Как половина этой комнаты. То есть, вот так вот, по три компьютера, слева и справа. А, да, кстати, оно не вылечило. Ну, надо аптечку, значит, тратить. Тоже все до аптечки исправить. А, ты можешь скрафтить новое, по-моему. Вау, тут все можно крафтить, так. Ну, получается. Так, это не то. Вот это. О, теперь, ну, это оружие. Нет, не здесь, это на большом меню. В меню, так. Отравление, модификация ловушки, теперь вот зелье, целебное зелье, 1 и 3, сколько там? Сочное мясо, жирное мясо, у тебя жирного мяса нету, лох. Надо... и тут тоже жирное. А, мясо это животных надо убивать. Причем жирное, наверное, не со всех. Не со всех. А что, вместимость. Вот это, кстати, прикольно, сумка для модификации. Так, а что, не все показываются как... О, вот это типа можно, да, теперь? Да. Типа, да, прикрафтить там что-то, слоты какие-то. Короче. А вот этот, так. Так надо все сделать, чтобы больше места было для стрел. Ну, PlayStation купишь, играй. Я тебе диск дам поиграть. Так и кстати, будет. Да, надо бы ради этой игры. Так я реально хотел. Так скоро пятая выйдет, тут как раз разбогатеешь. Старую отдашь. Четвертую отдашь. Отдам, да. Я ж такой богатый, все отдаю. А, кстати, как думаешь, на пятом четвертый могут поддерживаться? Ну, третий же играет. Ну, да. Но это только если ремастеры выходят. В принципе, по сути... Ну, хиты точно уходят на пятую, 100%. Ну, то есть там другая немного структура, там, ну, другие, понятно. Просто выйдет ремастер, там, где они просто выкрутят на максимум графон, и, может, там что-то... Текстуры побольше, да. Не, это понятно. Ну, это как вот с третьим и четвертым. Как я сейчас в GTA 5, как я в персону играю. Что ремастеры с третьей? Персона разве на третьем? Да, она с третьей. Тю, я помню, что она только недавно выходила. Так а как это может быть? На 2015 года, это очень так это не та, это значит, у тебя не пятая. Это третья. Пятая, десятая. Какая у тебя? Персона 5. 5. А какая? Не, ну это она. Как она так давно вышла. Она себе просто старые видосики смотрела. Ну, там просто. Так, давай, короче, сделаем эти всякие голимые вот эти вот вместимость, вот эти рюкзачки, чтобы можно было, чтобы больше места, типа, для одежды. Хочется джойстик забрать, когда люди крафтят вместимость рюкзаков.
в игре, в которую играют разводы. Мне это пригодится. Да, да. Я твои аптечки потратил вот все. Да, зеленая, я понял. Зеленая полоска под ХП, это сколько у тебя травок, которыми ты можешь захилиться. Вот так вот память золотая. Классно. А откуда ты? Ты же не играл. Не, до сюда дошел. Так вот, компьютерный клуб на даче был классный, и там вот реально человек, ну, 5 было, хотя компов 6, и все играли, вот реально все, ну, там иногда там кто в Counter-Strike, там, понятно, иногда Дракон, там еще был серьезный Сэм, и, но все в основном вот играли в этого, как достать соседа, причем всем клубам, у одного пацана, вокруг него собралось 4 человека, вот туда в цветок ему яйца кидают, так вот, и тупо весь клуб, включая этих админов, так называемых, это было весело. Причем, по-моему, Клим как раз когда играл, то вокруг него собиралось вот это вот все. Хотя не помню, во что он играл, но Dota еще тогда не было, а в что он тогда еще мог играть? Это был где-то... Dota 2005 года? Не пятый, это вообще было, это вот нам было лет по 12, то есть 2001-2002. Серьезный Сэм был, то есть это уже 2000. Сэм Лайн. А, как достать соседа вышло в 2002 где-то, в 2003, то есть, как достать соседа, Neighbors from Hell. 2001. Ну да, вот где-то вот примерно того периода, там, это, Властелин колец еще не вышел, перед Властелином колец. Властелин колец. Ну, 2002 года. Это самый первый. Первый, Fellowship, да. Там ты за стрелами затыкил. Камнями кидаешь 10 часов по орку, по волкам. Классная игра. Кайфозная, конечно. А это ты мне подарил Индиана Джонса, да? Я его даже запускал в Steam. А, точно, да, кстати, я забыл. И первый раз Том. Там за 200 гривен сейчас продается Лара Крофт, она нужна. А, она постоянно со скидками, причем там все части продаются нет, там нет, за сколько-то. Нет, нет. А, новая в смысле вот эта? Нет, старая, новая косарь. Ну да, ну там 3 новых же. О, фак! Я домой, пацаны. Сейчас лоси напнут. Так, я в травичку, короче. Оп, все, они меня только найдут. Ну да, все, смотри. Сникался. Сникался, заникался. Ну попробуй хэдшот. Кого-то. О, ну да, сейчас самое время учиться стрелять. Вот динозавры как раз сидят слева, не, слева там были динозавры, вот они там пасутся, может глаз их. Так, и там, значит, можно как-то... Так, это или R1, или R2. А, вот так. Ничего не дает. А где динозавры? Вот, я же слепой. Да вон хвостами. Я бы не увидел. Так, окей, сейчас нам придышаться. Сейчас он... Отдышимся. И уж... Там у нас! Все. Такие ждали, давали возможность так. О, получилось. Вот это damage. Сколько, 1%? Как Фил Свит говорил, that's a lot of damage. That's a lot of damage. Или как-то там. Так, я хочу перейти вот сюда. Такой, да. Опа! Все, меня не видно. Меня видно, а так видно немного видно. Вот так не видно. Так, кайфозный дождь прошел. Все. Какие враги? Побежал, как... У меня такое ощущение, что дракон летит. Да. Как камеру выравнивать? Так неудобно, веришь? Ага. Это не выравнивание камеры. Не выравнивание. Может вниз? О, нет. Вау. Камень. Это реально. А, это чтобы отвлекать. Это как раз как Властелин колец. Прикольно. Пиу. Боя на стене. Краса под воду. О, вау, она ныряет. Это типа, чтобы не видели, чтобы пчелы вылетали. Так, все, выпрыгивай. Алло, ну шо ты? Алло, я. Алло, ёпта. Алло. Алло. Да вылазишь. А тут глубоко. Ай, чувствую бережка. Под ножкой, говорит, не бережка. Сейчас бодрит водичку. Ух, хорошо. Водичка. О, все, фух. Так, давай, это, отряхивайся. Она отряхнется? Три. Если отряхнется, то next gen. Если не отряхнется? Не, не отряхнулась. Подсохла. В прыжке подсохла. Хорошая была игра, пока не вылез из воды. А, я забыл нажать кнопку. А, не, ладно. Нет. Чтобы, смотри, видишь, экран ярче становится и не ярче. Если вот так, то вот светло, если вот так, то темный. Жесть. Ну, в смысле, оно мешает, я стараюсь так не делать. Жестко. Так, тут жир... Короче, охотимся на жирное мясо. О, смотри, вот там впереди на карте какой-то лось. Да, похоже. Да, похоже на живое животное. Так. Возможно, в нем есть жирное мясо. А может этот, может это деревня специально где типа фермы или типа того тут есть? Да, не знаю, откуда я знаю. Она с этого, она с крадения тоже прыгает, мама. Да, мама. Да, прыгает. Так, можно перестать красться?
Но я же хочу, типа, не спугнуть. Вот видишь, в конце этой дороги, за этой головой. Да, окей, тогда познаем. Или 40 затяжек. Айкос! Ой! Все, отписалось, два человека последних. Там в этом фильме было, типа... Это ж фильм 80-х, и там сложно ругаться, и там чувак подходит, говорит, оскорби меня. В такой смысле, ну оскорби меня, чувак из 80-х. Сосиси какашку. И ты такой, блядь, это сценарий, пиздец. Мы смотрим, какой сценарий. А, ну это внутри фильма. Эти дыньки очень сочные, я бы мял их несколько часов. Это дерьмо. Так, я опять бью не той кнопкой. Да ты даже не бьёшь. Ну я, да, ну я действия нажимаю просто. Но из приятных людей можно ухаживать. Мне это нравится. Таких тут нету вне деревень, по-моему. Вне деревень только робот. В этом самом же God of War тоже он там с сыном шел, говорит, сын, бой, бой. Нам придется убивать не только... О, фак! Лягну. Это я, смотри, это я вот так. Так, все. А ну, жирное мясо. Нет. Все что угодно. А, так он робот. А, можно же к ним как-то подсасываться и ездить на них. О, точно. Да-да, если подкраться, по-моему. Но да, это... да, да. Но не на этих. Или... Нет, а хотя по-моему на всех на почти. Них, на них, на это лошадь. Так надо будет... Не, типа те, что маленькие, их можно просто под контроль брать, чтобы они тебя саппортили, а на лошадях можно как-то... Так, смотри, какой-то знак, это глаз появился. Ты типа меня видит, враг? Да, да. А какой? Теперь я его не вижу. Немного видно. Где? Вот там лошадь. А, вон, это же оттуда, да? Такое, я ищу ту лошадь, которая сбежала. Я свяжу. Это еще нормально, у вас хоть... А, у вас не топится, кстати. Топится. Топится. А то у нас папа не топит. Ну... Из принципа. И ладно. Типа, а нормально, это... тепло еще. Знаешь, сколько оно стоит? Ты видел? Ну, я, да, я догадываюсь. Я так, теперь тоже знаю, мне от этого так грустно. Так, а где... Так, вот тут. О, хоть куда-то может залезть. Странно. Ну просто power там to the masses. О, кстати, Джокер, значит. Вот этот мой товарищ, он сейчас вот прям сейчас вот он в кино. Он пошел вот как только, ну, часов 12 часов. Я тоже хотел, но заболел. Но говорят, что фильм вообще удался. Прям реализм мрачный, такой прям тяжелый такой, знаешь, такой без шуток такое все. А я думаю... Джокер без шуток. Всегда. Так что плохой Джокер получается. Не удался в фильме. Что это за шутник, если не смешной? И этот стикер Петросян. Так, где конь? Вот он на карте был, а пропал, смотри, нет. А, вот там. Это вообще не то. А, вот он прямо тут, прямо тут должен быть. А, вот он, собственно. Или это труп? Это не, это, судя по картинке, головы у коня нет, значит, это тоже робот. Не, вот этот уже все просто. Робот. Собиратель осколков. Собирать. О, вот, а это... Да, уже разбирать же моды. Только вот, это... Сколько же в этой игре всего... Ага. А основного действия, вот что, бегаешь и все. Не, ну там стори. Роботы все. Стори мод все. А, и точно, еще сюжет. Who needs the plot? Who needs the map? Я просто в Skyrim тоже сюжет забыл уже. Не, на самом деле иногда включаю сюжетные квесты, прикольно. Ну и в основном играю. Что хорошо, конечно, это замечательный Ведьмак Дикая Охота, и там еще тоже есть Fast Travel. Но он настолько там не нужен, и ты настолько больше удовольствия получаешь от того, что просто пи***ешь по этой славянскому говну на лошади, через этих чертей, потому что в мире какая-то нахуй. Откуда еще у тебя Ведьмак? Ты еще. Если на компе? На компе. Ага. Ты хотел купить, но зачем, я же уже прошел. Это Wild Hunt, да? Ну, третий. А, точно. Ну, Wild Hunt это дополнение. Так, ну шо, коники. Крови в вино. Как Клим говорит? Полетаем! Вниз Зет! Это очень... Полетаем! Очень смешно, я не могу. Только я имел в виду, типа, потанцуем! Они же, она тоже выкрикивает, наверное, типа, shall we dance? Смотри, все убежали. Ну, они тебя боятся. Да вот тот, кто тебя не боится, сейчас тебя ебать. Давай. О, фак. А, все, я домой. Наигралось. Да, ну нахуй. Драма Грин. Все. Блин. Ну что, сдох в воде? И он прокатился тебе по голове, он такой. А, я думал, он просто, ну, он же из электричества, типа, сейчас. Блин, ну тут реально должна быть лок-он, потому что... Вот да, без лок-он. Что-то не так. Что-то, может, что-то мы делаем не так. Так, как прыгать? Крестик. Еще с...
Крестик, крестик. Тупо нет автонаведения. Нету. О, ты смог стрельнуть. Не попал. Попал, попал. Чуть ниже, 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 ниже. В яйца себе выстрелили. Я не понимаю, как они стреляют. Таким прям большим этим, прикольно. О, а стрелы достаточно мощные все-таки. Молодец. Радуюсь. Сами веселиться. Это бить. Автонаведение, поищи, поищи. Да, это сильное, не сильное. Ой, это по-моему... Ой, говорит, ой. А, это конь? Да, это лось. Пошел! А, по-моему, если светятся не красные, а, это из мощных, то их можно, типа, таким специальной стрелой, которая, типа, их на переносит на нашу сторону. Ну, как по... Да, можно, как вообще красться, вот так? Да. Я все знаю. А вне кнопок какие-то, может, есть эти, может, на этих кнопках? А если зажать вот эту карту, кнопку, она на это не влияет? Ну, может, просто здесь нет лакона, хотя так да странно. Не может быть. Да, даже в Кратосе есть лакон. Да и в этом... Ну, Кратос... Да. Я скрытный, если что. Блин, я не помню, где а еще. А им, кстати, в позвоночник, по-моему, надо стрелять. Сейчас тут... В шею, в смысле? Да, оценочная, да. В трубы! В маточные в трубы. Этих, в, по банкам, чтобы лопнули, газ взорвался. Сейчас тебе... Сбивание компонента. Ты компонент. Параган! Подсбил компонентик. Так, давай, давай. Пошел! Саня играет в Horizon. Лось ты такой механический. Вау, вот это вот самое классное ухо. А ну, прилаконься к нему. Может левый стик? Не, к мертвому ты хуй прилаконишь. Ну, к живому, в смысле. Вот. Так надо же его сначала застать врасплох. Ну вот пока дрался, понажимал. Не, он только на крысу может его за это самое законнектить. Да ну. Или застанет, а как станет, я не знаю. Да должна быть возможность просто... Не, просто так select нет, конечно. Может стрелка, не, может я нажимал, не. Это вообще бред какой-то. Может какой-то дабл-клик или так. Вот сейчас ты должен, по идее, вот это хорошо. В дерево, как прям в тебя отлетел. Хилку нажал, допустим. Это нет. Треугольник, треугольник. Нет. Саня, пей его, потому что тебе уже сейчас будет больно. Не, ладно. О, как он там оказался? Рога порвал. Нет, сломал. Да бей его, у тебя удар такой сильный. О, хорош. Она вообще всех с одного удара. Зачем прокачиваться, если ты сразу же оверкил? А я, по-моему, ей качал мили дэмэдж. А, так ты, то есть, и прокачаться уже успел? Ну, ты совсем начал? Чуть-чуть там, что-то какие-то... 40 часов. Не, часа два. А, ну нормально. Так вот, у меня сейчас в Скайриме вот все, что... Дай мне поиграть. Наигрались. Так можно в это просто невыносимо. Ненормальный. Нам нормально. Ну блин, ну дай. Все, вот поиграли. Вот так. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Так, это я издеваюсь. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Жми на колокольчик, чтобы услышать новое оповещение о канале. Не надо. Если это видео наберет 10 лайков, в твоем случае. Если это видео один. 10 лайков, я повешу. Я убью себя на... Окей. Если это видео соберет 2 лайка, я убью. Так, себя. Ну ты спроси. О, God of War! Бонусный уровень. Не могу позаписывать тоже, кстати. Саня, расскажи мне свои впечатления от Horizon Zero Dawn. Такое. Что мне нравится? Графика. Так, я диск себе забираю, потому что Саня все равно не будет играть. А мне будет хорошо знать, что у меня есть эта игра. Мне понравилась графика, мне понравилась погода разная, мне понравилось, что можно это, ну, получается, собственно, вот управление кайфозно, быстро камеру крутить и все такое. Вот. Да, Саня. Она вся для тебя. Играть не умеет, конечно. Особенно в God of War. Все нормально, все нормально. Сейчас приеду, сейчас тихо. Как он открывает сундуки. Нахуй! И съедает дерево из сундука, древесину, блядь. Пробивать, оно просто... Пробивать деревянные сундуки. А если там яйца какие-то, стекло? Да тут и так каждые 3 минуты сражение.
Это тебе не персона. Да персона что-то меня... Нет, а стиль классный, вот это вот... Шрифты там... Ты прям сидишь такой и играешь. Вау, обзор, это как на коробке, знаешь. Эти отзывы такие, там, GamePro магазин, Brilliant Outstanding, и внизу от досады сидишь и играешь. Досад. 9 из 10 сидишь и играешь. Тут проблема в том, что меня сейчас раздавят шипы. О, фак. God of War так себе.